Всем привет, ребята! Сегодня 21 ноября, воскресенье. Выехал я сегодня на речку половить нашу морскую красноперку дальневосточного угая. Нахожусь в таком месте. Там море уже метров 300-400. Вот такая речка. Кто помнит по роликам, по зимним, вот здесь я рыбачил зимой, здесь и корюшка, и зубатка, и навага, и там тоже, вот, за мостом. Мороз сегодня, ну, небольшой, минус 5, я вот проснулся, приехал уже, только-только начало светать, пока на лодочке переправился сюда, сейчас отлив идет, сейчас шугу тянуло так много-много, ну, я не торопился пока. Сейчас пока снасти сделал, пока там-сям, пока камеру настроил. Ой, блин, что-то подпростыл. Это, ну сейчас буду за это забрасывать, сейчас вон еще шуга идет. Блин, сейчас толком и не покидаешь, тут пока надо ждать, пока сейчас все пройдет. А пока она пройдет, это неизвестно сколько по времени. Взял две донки и червя плывуна взял. Пару коробочек взял. Посмотрим. Ну, говорят, ловится с лодок хорошо. Ну, то есть он там повыше ловит. Я думаю, сюда переправлю. Здесь никого нет. Люблю, когда рядом никого нет. Тишина. Буду рыбачить с берега. На лодке что-то неохота мне. Ветер сегодня северный. Передают. Ну, небольшой там, да, по-моему, до 5 метров в секунду. Ладно, сейчас буду забрасываться, смотреть. Шуга вроде потихоньку проходит. Посмотрим, отлив идет. Все, ребята, шуга прошла. Закинул пару донок. Ветерочек такой северный поддул. Только батарейку вставил, все. 15 минут постояла и тут же села. Ветерочек северный поддувает прям в лицо. Но сейчас пока с утра еще так, небольшой. До 5 метров обещали. Так что днем-то потеплее еще. Как бы 0, минус 1, плюс 1. Такая температура. Ну вот забросил минут 10 назад. Ну все. Ждем поклевок. Черплывун. Вот такой вот, ребята. По холодной воде плавает. Его собирают с очком. Нежный червяк, бывает при забросе слетает с крючка. Вот, ребята, первая поклевочка. Дынь-дынь. Прям резко что-то. Но это может быть еще и навага. О, видите поклевку? Сниму поближе. На камеру не хочет. Ого. Что-то уже сидит. Опа. Нет, что-то ничего там нету. А может крабы. Крабов здесь, кстати, много. Не, ничего нет. А скорее всего крабы обжирают. Не успел, ребята, камеру включить. Поклевка так резко вообще. Вот такая красноперина попалась. Не знаю, тут, наверное, за килограмм. Наверное, даже больше. Кстати, весы у меня есть. Сейчас завесим. Клюнула вот на такую доночку. Это я уже сюда кембрики одел. Оранжевый. Вот такие. Ну, пока вот только одна. Прям резко так как долбануло. Ничего себе гигант. Но у меня самая большая была кило 20, по-моему, что ли. Сейчас эту завесим. Так, по нолям. Нет, ребята, до килограмма не хватает, 40 грамм. Ну да.
Ну ничего, нормально, почти килограмм. Камера что-то у меня вырубается. Сошла, что ли. Поклевочка такая была хорошая. Пока бежал. Сход. Вот это поклевка. Ничего себе она увела. Ух ты туда. Ну это поменьше будет. Под лодку тащит. Ух ты, блин. О, борется как, а? Это поменьше, да. Ух, вообще маленькая. На верхний крючок взяла. Оп, дома. Ладно, сейчас пока ту заброшу. Да пусть пока повисит. Здесь, ребята, небольшая. Ну и то уже у нас на котлеты есть. Там килограмм. Здесь грамм 300-400. Ну вот, ребята, и рыбка зашевелилась. Погода меняется. Сегодня на вечер, на ночь передают снег, дождь. Меняется погода. Пасмурно вообще стало. Я уже хотел домой собираться. Думаю, поеду. Тут поклевочка одна, вторая, третья. Посижу еще туда. Поклевка, ребята, поклевка, поклевка. Опа! Аж на камеру бросил. Сейчас прилив такой хороший идет. Грузило 85 грамм. Сносит, видите, забросил. И оно катится по течению. Видно по кончику удилища. Прилив такой хороший пошел. Вот она и зашевелилась. Рыбка. Был, ребята, на Смеринке. Сколько? Дней 5, наверное, 6 назад. Короче, с самого рассвета и до 5 часов вообще ноль. Народ приезжает, уезжает. Я сидел с утра, думаю, ну с утра нету. Думаю, после обеда, может, пойдет. Короче, сидел, сидел, выжидал, ждал. Какая-то мелочевка клюет, червя жирает. И все, в итоге 5 часов, думаю, да поеду я домой. Ну, там фотки, по-моему, скидывал в Инстаграм. Поклевка, что ли. Течение сильное, прилив сильный идет. Грузило. Вообще сносит аж на... Сейчас сюда, на эту донку, одел еще одну грузило. 80 грамм. Здесь 160 грамм. Ну, далеко бросать не стал. Побоялся, думаю. Не дай бог сломается. Один у меня уже сломался. А этот... Эту донку бросал прямо. А она сейчас вот... Уже вот так стоит. То есть... Сколько тут... Ну, воды много. Здесь где-то метра полтора берег был. Сейчас все в воде. Сантиметров где-то 20 глубина вот под берегом уже стала. Погода портится. Пасмурно все, пасмурно становится. Вон там я смотрю, вот где я рыбачил в устьях, кто смотрит ролики. Там уже не порыбачишь. Там уже походу эти рыбники стоят, то ли что, то ли кто. Вагончик, смотрю, там поставили. Еще там будку какую-то, лодки там стоят у них. На эту камеру не будет видно. Поэтому кто соберется туда в устья, лучше не надо. Там уже делать нечего, все. Там вообще уже все в сетях. Они там, смотрю, сегодня полдня там с утра что-то ковырялись там на лодках. Сетки, походу, вытаскивали. Блин, что-то все темнеет и темнеет. Время еще трех нету. Уже
Погода вон портится. Ну, там вроде как на 7 часов снег и дождь, там все подряд. Короче, циклон идет. Ребята, краба поймал. Сейчас вытащу, покажу. Кабан. Червей жирает у нас. Иди сюда. Вот он, речной краб. Живет у нас в речке. Крючки откусывает. Червя жирает. Тихо. Взять его еще. Не дается. Ладно, сейчас сниму. Что-то, ребята, ветер все сильнее и сильнее. Вот пока прилив был, пару штук успели выдернуть. Снова батарейка села. Поменял. Так, ну ветер поднялся. Сильный. Мне сейчас еще вон на тот берег идти. Против ветра. Еще и прилив идет. Ну как, потихоньку, небольшой. Сейчас буду, наверное, полчаса добираться. Там еще протока. По протоке еще мне идти метров 200. Вот такие дела. Ну что, подведем итоги. Пару штук мы поймали. Не знаю, надеюсь, что эта рыбалка у нас не крайняя по жидкой воде. Может быть, еще успеем, если лед не встанет. Если сейчас снег выпадет, морозы встанут, уже, наверное, через недельку, через полторы уже здесь лед встанет. Посмотрим. Ну, вот такая вот красноперина мне сегодня попалась. Вот это вообще зачетная такая, под килограмм. Ну, это грамм 300-400. Небольшая. Вот такая, ребят, была рыбалочка. Блин, что аж руки замерзать стали. Ветер северный дует, такой холодный. Вот такая была рыбалочка у нас. Прокатились. Так-то можно было. Я вообще собирался туда выше. Потом уже последний конец уже передумал. Думаю, сюда поеду. Здесь я еще не был. Постоянно на том берегу ловил. Ладно, ребят, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки. Ладно, все, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на рыбалке. Всем пока.